Итак, школа Олега Лафгудвина. Продолжаем наш тренинг по мануальному массажу подготовки тела человека. Нам сейчас важно от позвоночника отделять мышечную массу, подальше отводить. Тем самым мы одновременно снимаем напряжение и спазмы. Когда очень плохо, когда мышцы прямо наслаиваются на позвонок. На позвоночник, на сестротростке так вот бывает, да? Поэтому есть такой прием, называется открыть ключи шлюзов. Берем два кулачка, теперь полностью сжимаем руки, как восточных единоборствах. Если помните, как правильно сжать кулак, это плотно, без допускания воздуха внутри, скрутить пальцы, да? И большой палец не сюда, некоторые туда куда-то вот прячут. А вот тоже подобрали. То есть полностью кулак, как вот в карате. И этими кулаками, вот этими костяшками пальцев, мы разжимаем вот эти паравертебральные мышцы. Постепенно, глубоко внедряясь, проходим, как вы помните, всегда снизу вверх. Отодвигая вот эти паравертебральные мышцы. Если помните, мы вот в прошлый раз делали вот так вот пальчиками, да? Ну, это было слабенько, теперь сильнее. То есть, что значит ключ открыть? То есть мы внедрились и провернули. Иной раз даже видно, как мышца отодвигается. Одной рукой, вторая рука за ней поспевает. То есть ту же самую сторону. Практически как вот шьем стежки такие. И следующий прием. Мы одной рукой разжимаем вот эти паравертебральные мышцы, открыли ключ и запустили шлюз, то есть открыли шлюз, потекла вода практически перпендикулярно телу человека. Есть такой прием, утюжки когда делают, да, утюжок — это когда мы плоскостью кулака, тоже самый кулак, только мы теперь работаем плоскостью. Мы можем вдоль позвоночника, да, вот так вот проработать тело человека, можно круговыми движениями. Если нужно пожестче, да, то сразу утюжок меняем на костяшки пальцев. Вот. То же самое делаем костяшками, уже получается гораздо глубже. И вот если этим приемом делать вдоль, вернее, перпендикулярно позвоночнику, да, то получается как бы вот такие полосы. Рисуем тельняшку. Видно, похоже, да, на тельняшку. Но здесь... В нашем случае, поскольку мы работаем, то есть это если вы на всю спину одновременно делаете, да, то вот эту технику применяете. Если работаем с половинкой, то открыли ключи, вот так вот прошли, да, второй проход, открываем шлюз и рисуем половину тельняшки. Это вот как бы поток воды пошел туда, и заодно мы помогаем лимфе уйти из переработанной зоны. Вообще у нас по ходу всей техники массажа мы всегда уводим постпроработанные зоны, да, из этого района. Всегда стараемся уводить лимфу либо под мышечную впадину, либо вот в паховую зону. После этого добавляем вибрации, ставим локоть, кулак на крестец и начинаем растрясать до соединения L5-S1. L5 это самый нижний позвоночный. Поясничный позвонок, S1 – это первый позвонок крестца. Это сочленение, вот мы его, именно его растрясаем. Там чаще всего образуются грыжи, поэтому вот это вот растрясывание, кручение, они очень полезны. Смещаемся мимо осистых позвонков на паравертебральные мышцы. И можно дополнительно утяжеление делать второй рукой. Достаточно жестко проходимся глубоко, проминая, расплющивая эти мышцы. Захватили трапецию, растянули. И дальше вот по ребрам уже нет смысла это проводить, просто будет больно. Поэтому мы опять превращаем руку тут же в лапу леопарда и с утяжением второй руки разогреваем, треним вот таким продольным всю зону левой стороны человека и
ягодичную мышцу тоже. Дальше переходим к следующим приемам. А пока потренируйтесь делать это упражнение. Достаточно мощное и эффективное. Рекомендую вам.